Ульяновские доноры стали меньше сдавать кровь. Оно и понятно. В регионе введен режим самоизоляции. Поездки по городу ограничены, люди вынуждены сидеть дома. Поэтому банки крови не пополняются в нужном объеме. Как говорят специалисты станции переливания крови, запас пока есть. Но решение проблемы в регионе все же нашли. На помощь пришли волонтеры мобильной бригады партии «Единая Россия». Всех желающих сдать кровь они доставляют до станции и обратно. Партийцы нам не отказали. Естественно, по возможности они смогут нам помочь, они смогут доставлять доноров непосредственно на станцию переливания крови, в особенности тех, чьи группы крови непосредственно необходимы на данный период времени. Желающих воспользоваться данной услугой немало. Среди доноров и сами волонтеры, молодые активисты партии и даже главный врач учреждения. Сейчас же приехали, забрали, сели в машину, привезли и довезли обратно домой. Это очень удобно и, на мой взгляд, хорошо. А чтобы донора доставили до станции обратно, необходимо обратиться в само учреждение по номеру 32-42-15. На станции формируют список лиц, желающих сдать кровь. Потом передают информацию волонтерам. Если же доноры решили самостоятельно добраться до учреждения, то в случае необходимости подтверждения этому он также может получить по телефону. После переливания крови на станции человеку выдадут справку, подтверждающую сдачу крови. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.